Здравствуйте, мои дорогие друзья. Хочу вам прочитать стихотворение, которое я записывал в 2020 году, в конце года. И можно просто посмотреть, что в принципе все продолжается. Проблемы остаются, но и время идет. Мы живем, как-то радуемся жизни, и это очень здорово. Поэтому обратите внимание на содержание. Оно вам очень-очень понравится. Значит, 20-й год, 21-й, 22-й, 23-й мы уже прожили. Ожидает нас снова 24-й высокосный год. И очень интересно будет дальше наблюдать за событиями, что будут происходить в мире. Итак, прослушайте очень интересное стихотворение. Прощание с 20-м годом. Можно сказать и с 21-м, с 22-м, 23-м. Да, вот с прощание с 23-м годом. Есть очень много параллелей, которые сегодня тоже актуальны. Итак, хорошего вам просмотра. Мы по тебе не будем плакать, с тобой прощаясь вскоре навсегда. Нелегкий год 2020, пускай с тобой уходит вся беда. Ты забери с собой все неудачи, сложи в мешок тоску, печаль и грусть. Возьми все слезы, пусть никто не плачет, с тобой болезни все уходят пусть. Пусть сгинет вирус, словно не бывало, с тобой пришел. С тобой пусть и уйдет, мы целым миром от тебя устали. Ты самый сложный высокосный год. Ты был суровый для людей учитель. Надеюсь, мы усвоили урок. Бескомпромиссный судеб злой вершитель, без сострадания и не в меру строг. Но все же мы должны быть благодарны. Ты научил нас искренне ценить любой рассвет, что свыше Богом дан нам. Наш каждый день неистово любить. Теперь как праздник нам простые вещи, ходить без маски, воздухом дышать и улыбаться каждому при встрече и без опаски руки сжать. Помог понять, что истинно, что ценно, покой в семье, родители, друзья. Теперь мы знаем, что любовь нетленна, она врачует души и сердца. Мы научились радоваться солнцу, дождю и ветру, синим небесам. Нам дорог каждый, кто в ответ смеется, и стали верить больше в чудеса. Тебе спасибо, больше верим в Бога, и эта вера помогает жить. Была нелегкой в этот год дорога, но тем важнее каждый миг ценить. Мы победим, мы выстоим, мы сможем, мы одолеем этот беспредел. Пусть 21-й в этом нам поможет. Покой, чтоб миром вскоре овладел. Ты уходи, расстанемся друзьями. 20-й сложный высокосный год. Пусть о тебе останется лишь память. Пусть нас хранит от новых бед Господь. Это красивое стихотворение написала Алена Гавинаускене Колосовская. А вам, мои дорогие друзья, я желаю всего самого наилучшего, чтобы вы любили и дальше всех своих ближних, и прежде всего, конечно, самого себя и Бога, и наслаждались каждой секундой вашей жизни.